общаться. Город Бузулук, улица Чудинская, 152, телефон 202-52, отдел кадров. Предприятию требуется слесарь по ремонту оборудования котельной. Стаж работы не менее 3 лет. Заработная плата по результатам собеседования. Обращаться в город Бузулук, улица Челюскинцев, 52, телефон 5-28-64 или 2-13-42. Требуется менеджер по рекламе. Обращаться по телефону 8-922-888-58-26. Требуется электромонтер с группой допуска не ниже 3-й. Заработная плата по результатам собеседования. Обращаться по телефону 8-922-839-36-22. Предприятию требуется водитель категории Б, С и Е на КАМАЗ, молоковоз с прицепом. Заработная плата при собеседовании. Обращаться по адресу: город Бузулук, улица Челюскинцев, 52, телефон 202-52, отдел кадров. Предприятию требуется слесарь КИП ИА. Заработная плата от 17 тысяч рублей. Документы о профильном образовании обязательны. Обращаться по адресу: город Бузулук, улица Челюскинцев, 52 или по телефону 202-52, отдел кадров. На рынок в первый микрорайон требуется уборщица и дворник. Соцпакет. Справки по телефону 8-922-817-07-53. Шахматовский свинокомплекс требуются сварщики и слесари. Обращаться по телефону 8-903-398-36-68. Предприятию требуется слесарь-ремонтник. Заработная плата по результатам собеседования. Обращаться по адресу: город Бузулук, улица Челюскинцев.